перегружал. Стоял, поржал и помог. Да, поржал, две лопатки сыпанул, мы заехали. Все, даже не вылезал из лужики. 47, откуда? Ленинградская область. 47 Ленинградская область, да. Это наши, питерцы. Сейчас смотри, много. Даже еще что-то, видите, немножко строят даже. Правда, видно, что долго строят. Начали тогда, да, или забросили, да. Начали в Советском Союзе, да. Там можно палатку внутри поставить. И жить, да. А вон вообще крыша есть от дождя. Что, ты снимаешь, Саша? Я снимаю все. Я это не снимаю, я только у меня камера вперед идет. Я же не могу крутить туда-сюда. Камера вперед. Почему? А, туда, да? Вот, перед школой. Вон, дети. Вот мальчик сюда. А школа-то нормальная, вообще шикарная. Это детский сад. Это детский сад. Вот что знаю. Вот эта школа, да? Вот слева, посмотри, детский сад. Да, вот видишь, автобус у них есть. А, да, дети. Ага. Вот я вижу, вон. Общеобразовательная школа, да. Проехали, я ездили, я снимал уже. Я уже все ездили, снимал. Университет. Это тоже от снега, по-видимому, да, вот эти снова стоял, тоже от снега. А то на самом деле оттуда вон занесешь и сгорит. Заброшенный, да. Да.
этот дом, который уже, это из фильма, «Левиафан» смотрели, «Левиафан», нет? А? «Левиафан» не смотрели фильм? Нет. Вот там как раз Брэд Риберг, почему все интересуются. Не Брэд Риберг, а там просто снимали, съемки здесь были. Съемки были в Риберге. Поэтому все заинтересовались в Брэд Риберге. Амортизатора вообще нет. А? Амортизатора вообще почти нет.
Опять соль везут. Ага. Теперь туда, а теперь в обратную сторону. Да? А вот это плотина вот доехала.